Сегодня я проведу вам маленькую экскурсию в одно из самых значимых и любимых мною мест. Это Херсонес Таврический. Город древних греков, основанный еще до нашей эры, является визитной карточкой белокаменного Севастополя. И первой остановкой будет хорошо сохранившийся до наших дней античный театр Херсонеса, возведенный на территории примерно в 3 веке до нашей эры. Изначально его вместительность составляла примерно 2000 человек. Жители Херсонеса использовали его для театральных представлений, выступлений музыкантов и поэтов, проведения городских собраний и даже боев гладиаторов. По внешнему виду данное древнее строение напоминает римский амфитеатр. Ученым удалось частично восстановить несколько секторов и древнюю сцену, на которой сегодня, в период с июля по август, можно посмотреть красочные театральные постановки. Я рекомендую посетить это историческое место каждому и по возможности побывать на самом представлении. А теперь пройдем чуть дальше и увидим еще одно интересное строение. Возле здания средневековой истории находится один из самых древних объектов, раскопанных на территории заповедника – Монетный двор. От здания остался лишь подземный этаж. Он сложен из крупных блоков желтого известняка. Кладочный раствор не применялся. Монетный двор Херсонеса примыкал к главной магистральной улице городища. При раскопках усадьбы в одном из помещений археологи нашли остатки инструментов для плавки цветных металлов и 43 бронзовых кружочка, возможно, заготовки для чеканки монет. Поэтому было высказано предположение, что здание служило монетным двором. С тех пор гипотеза эта не получила дополнительных подтверждений, но и не была опровергнута. Венцом нашего путешествия станет осмотр самой знаменитой базилики, высящейся на морском берегу. Ее изображают на открытках, календарях и денежных купюрах. Именно она стала главным символом Херсонеса. Белоснежные мраморные колонны, которые хорошо видны на берегу моря, принадлежат базилике 1935 года. Именно в этом году она была открыта во время раскопок. Можно еще долго бродить по этим улочкам, смотреть на незамысловатые здания, представлять себя участником гладиаторских боев, но лучше сами посетите это место и прочувствуйте его историю. А я на этом с вами прощаюсь. Удачной прогулки!